Начну выпуск с приятной новости для тех, кто задумывается о покупке нового жилья. Президент России Владимир Путин предложил снизить льготную ипотечную ставку до 7%. Об этом глава государства заявил на Международном экономическом форуме. Напомню, сейчас банки предлагают оформить такую ипотеку по ставке 9%. Ну а воспользоваться этим предложением россияне смогут до конца этого года. Отмечу, что максимальная сумма кредита не изменится. Сейчас она составляет 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Напомню, льготной ипотекой можно воспользоваться для покупки квартиры в строящемся доме, приобретения готового жилья у застройщика, а также строительства частного дома и покупки земельного участка с дальнейшим строительством.